2 миллиона рублей выделят для учащихся, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Об этом сообщили сегодня во время рабочего совещания у главы Якутии. Средства распределят на 10 грантов, включая научные экспедиции. 6 миллионов рублей предусмотрели на выплату ежегодной стипендии для 100 членов и 100 членов-корреспондентов Малой академии наук. Отметим, детское научное учреждение открыли в апреле прошлого года для организации и поддержки научно-исследовательской деятельности детей. Усилилась работа именно по исследовательской деятельности учащихся. Проводится множество, опять же, учебных таких вот семинаров, заездов именно в Малой академии наук, на которых ведущие ученые нашей республики рассказывают детям о науке, рассказывают, как работать в науке, как подготавливать свои доклады на различные конференции. Также мы работаем со многими ведущими учебными заведениями России. Это Московский СУНС, Новосибирский СУНС, Уральский СУНС, 239-я школа знаменитая, да? Физико-техническая школа Жерис Ивановича Алферова. Вот. И вот в эти связи нам, надеюсь, дадут возможность улучшить наш содержательный процесс.